Проект генерального плана Новополоцка вынесен на общественное обсуждение. С экспозицией можно познакомиться до 10 декабря в вестибюле горисполкома. Сами замечания и предложения принимаются до 20 декабря отделом архитектуры и градостроительства в письменном виде, на электронную почту либо по факсу. В Полоцкий погранотряд прибыло новое пополнение. На протяжении полутора месяцев призывники из Витебской и Гомельской областей пройдут курс начальной военной подготовки. По завершении новобранцы получат специальность инспектор пограничной службы и отправятся для службы на границу. Условия охраны труда на предприятиях Витебщины проверили главные технические инспекторы республиканских профсоюзных комитетов. Согласно статистике, за 9 месяцев этого года в области произошло 10 смертельных случаев на производстве, 72 работника тяжело травмированы. В лидерах – сферы строительства и ЖКХ. 4 и 5 декабря в Полоцком коллегиуме пройдет второй международный турнир по интеллектуальным играм Кубок Ефросиньи Полоцкой. Состязания будут организованы по четырем дисциплинам. Заявки от участников принимаются до 28 ноября.